Уже в третий раз Кубринский берег реки Муховец принимает рыболовов-спортсменов, и с каждым годом количество участников фестиваля возрастает. В этот раз здесь собралось 57 спортсменов и любителей рыбной ловли, причем разного возраста и с разными снастями. Поэтому и соревнования проходили в четырех группах. Профессиональные рыболовы состязались между собой в фидерной и поплавочной ловле, а любители разделились на взрослых и юниоров. Данные фестивали проводятся для развития рыболовного спорта в Республике Беларусь. Это одна из задач, которая возложена на нашу организацию. И также популяризация активного видов отдыха населения. На Брещине достаточно широко развито спортивное рыболовство. Наши члены общества выступают, защищают интересы на республиканских мероприятиях. То есть это регулярно проводится и широко развито. За главный приз рыболовы соревновались два дня. Среди них было 12 кабринчан, и наши земляки показали хорошие результаты. Второй год подряд пальму первенства среди любителей держит Максим Марковский. 15-летний кабринчанин Илья Батулин значительно улучшил свой результат и стал первым среди юниоров. Что же касается спортсменов, то в фидерной ловле лучшей стала команда из города Каменца. А среди тех, кто ловил на поплавочную удочку, первое место досталось столичным спортсменам. Рыбалка, вошла в жизнь с самого детства, ловил где-то с 4 лет. Уже скоро будет... Да, 4 десятка, как я уже занимаюсь рыбной ловлей. В рыболовном спорте бывает и 2, и 10 грамм решают многое. А 10 грамм – это вот такая вот рыбочка. Ее достаточно поймать или хотя бы донести до садка, и все может измениться. Для многих рыболовов детское увлечение переросло в серьезное занятие спортом. В их числе и единственная в этом году представительница слабого пола. Как бы меня родители иногда привозили в деревню, и с 6 лет я ловлю рыбу, чтобы мне было чем заняться. Вот. Как бы так, чтобы маленькая нигде не бегала, удочку в руки и на болотце карасик ловить. За два дня фестиваля было выловлено 86 килограммов рыбы, но вся она выпущена обратно в воду. Ведь именно этим и отличается спортивная рыбалка от любительской.